Патриотическое воспитание по всей стране в последние годы только набирает обороты. Всюду проводятся тематические игры, спартакиады и зорницы. Вот и в этом году приморская столица не стала исключением. Сегодня на территории парка «Патриот», что у Ворошиловской батареи острова Русский, среди старшеклассников прошли военно-спортивные игры. В них приняли участие почти 600 учеников 10 классов со всего Приморья. Открыл масштабное мероприятие, на котором присутствовали депутаты городской думы, представители Тихоокеанского флота и городского совета ветеранов, глава Владивостока Виталий Веркиенко. Ведь администрация города – главный организатор действа. Вообще по программе это одна часть — военные сборы. Они все ребята прошли практико-теоретическую подготовку на базе своих школ с привлечением кадровых военных, ветеранских организаций. Они знакомились с тем, как функционирует оружие, там основы теоретической подготовки, которые должны быть доведены до ребят этого возраста. Ну и, естественно, это молодежь, это подростки, они азартные, им хочется себя попробовать. В ходе спартакиады в стиле милитари ребята проходили различные полосы препятствий, соревновались в метании гранаты в цель, спортивном ориентировании и других дисциплинах, демонстрирующих силу, ловкость и смекалку будущих бойцов российской армии. Помимо состязаний, для школьников были организованы локальные площадки с солдатской кашей, тиром с пневматическими винтовками, сдачей норм комплекса ГТО. Помимо этого, 400 человек, которые не вошли в состав команд, они тоже сегодня все абсолютно задействованы здесь для них, и возможность сдать определенные нормы ГТО. Это экскурсия по Ворошиловской батарее, это и лазертаг, тоже командное состязание. Очень ребятам нравится, они заинтересованы в этом. И викторины военного характера, военной тематики. Все школьники с удовольствием принимали участие в играх, получив на память специальные футболки и жетоны участников. Команды, занявшие призовые места, администрация Владивостока наградила медалями и грамотами. Под конец военно-спортивных игр глава Владивостока отметил, что и сам в юности участвовал в подобных сборах. И очень рад, что добрая традиция продолжается, и, что важнее, с удовольствием поддерживается подрастающим поколением. Евгений Черемухин, новости на восьмом.